Друзья, всем привет, с вами Капанда, сегодня играем в Roblox на Place It Over Battles, ну, как бы он же Tower Defense. И я хочу попробовать затащить в режиме 1 на 1 только одними патрулями, то есть этими машинами-джипарями. Давайте попробуем, получится или нет, а мне уже интересно. Ну чё, погнали. Так, голосуем за какую карту? Давайте вот эту, за кибернетическую. Против кого играем? Дружище, привет. Здорово. Веслен геймер какой-то. Веслен геймер 10. Ха-ха. Здорово, чувак. Ну чё, попробуем. Чисто одними джипарями. Буду играть чисто одними джипарями. Я даже фермы, наверное, не буду ставить. Чтобы все было по-честному, буду. А кстати, он сильный, нет, я хоть. Что интересно у него есть? Какие у него есть юниты? Ай-яй-яй-яй, быстрее, джипарь ставим. Бенчик. Вон он, поехал, джипарик наш. О, красавчик рулит. Буду играть чисто одними патрулями. Щенячьими патрулями. Ха-ха. Патрул. Ставь лайк, если смотрел мультик «Щенячий патруль». Я смотрел. Так, ого, да, он тоже не лыком шит, как бы у него есть... А, нет, это ж первого уровня эти. Пикалетчики обычные. Я буду играть чисто одними патрулями. Затащу, не затащу, не затащу, не затащу, интересно, а? Не прорывается, так, я могу еще одну, конечно, могу еще машину поставить, давай вторую ставим патруль. И сейчас еще чуть-чуть, еще третью поставлю. Фермы не буду ставить, я сейчас, мне самое главное понять, либо побольше машинок их ставить, либо их апгрейживать. Наверное, их поставлю штуки 3-4, а потом уже буду апгрейдивать. Да? Не знаю, я пока еще не решил. Пока тяжело решить, надо посмотреть, как у него там дела идут. Да он тоже отбивается. А, да кого он отбивается? Чё, куда поставил-то? Так, я чувствую, что-то он у нас, по-моему, не особо сильный. Как ему помочь-то, а? Давайте я ему что-нибудь поставлю. Так, а прежде чем поставить, я хоть у себя-то посмотрю. У меня-то тоже-то не особо-то все. Хорошо. Тоже он едут и бегут все. Сейчас, сейчас тоже добегут. Не, одними маленькими машинами тоже будет тяжко. Ну-ка, задавят, не задавят всех. Так, тихо, тут вроде более-менее справляемся. Ну-ка, у него как дела? Ага, вот он еще поставил. Ха-ха. Он за сектором, короче, одними пикалетчиками играет. С пистолетами чуваки стоят. Не, нормально, он справляется. Даже не знаю. У кого шансов больше выиграть? Так, давайте еще поставим джипарей. Будем куча-куча джипарей ставить. У нас будет здоровая, как этот... гоночная автотрасса. Одни машины будут гонять. Ха-ха, и все. Чисто будем одними машинами играть. Ну-ка, как там дела? Ага, а он чисто этими играет. Короче, будут одни пикалетчики против одних джипарей. Ха-ха-ха. А у него что, больше никого нет, что ли, из юнитов, а? Интересно, как посмотреть-то, да, у него? Никак, наверное, не посмотришь, да? Там, по-моему, вначале можно было, когда сервак выбирали... Когда он к серваку присоединялся, можно было посмотреть, сколько у него каких юнитов там есть и сколько у него там побед и поражений. Так, еще ставим. Че, давайте еще машины. Куча будем машинами заставлять. Еще машины. Джипарик сюда, джипарик и сюда. О, поехала наша колонна. О, лимузинчик едет. Ха-ха. Прикольный лимузин, троллейбус. Троллейбус. Передавайте за проезд. Кондуктору билетик. Так, блин, что-то уже тяжко. Ну-ка, как у него дела? Я что-то уже очкую маленько. Так, у него... Ну, тоже так справляются, идут потихоньку. Что-то он их в конце всех понаставил, но в начале вот туда в середину ставить. Вот сюда, либо где-то вот здесь. Где-то их в конце нахтыкал. Так, а мы тем временем ставим еще одного джипаря. Вот сюда джипарик. И... Нет, еще... Ставят еще одного. У нас, короче, одни джипари пойдут. Я команда, риелганера и фермы не буду ставить. Попробуем затащить одними машинами. Так, давай. Не, мне кажется, если бы у него были бы фермы и там какие-нибудь командосы, то нам бы вообще бы пришлось тяжко очень. А, вон он уже пропускает. Он так уже их пропустил, сейчас пропустит, да, наверное. Эй, надеюсь, ты не АФК, чувак. Ну-ка, давай защищайся.
Только не сливайся. 400-400. Тем временем мы ставим еще одну машину. Вот сюда. Капец, у нас автопарк. Смотрите, какой. Одни тачки. Тачки на прокачку. Вот. Целая колонна едет. Ага, прикольно. Сколько уже? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь джипарей. Да у нас просто точно автопарк. Таксошный. Такси. Точно, мы играем за такси. Ха, третий такси. Прикольно, вон их сколько едет. У них даже расстояние маленькое. Эти две вдвоем едут. Надо было их маленько на расстоянии пустить. 600, ну-ка еще одного ставим. Вот сюда. И за 400, нет, еще не хватает. Еще надо поставить одну. Нужно еще одну поставить. Где-нибудь. Даже две поставить. Поставим вот сюда, в центр. Поставим вот сюда. Эй, давай залазь. Все, огонь. Ну-ка, как у соседа дела? Ого, тут армию тоже поставил. О, босяра идет. Против босса ему будет тяжело. Не, он его не пропустит. А может и пропустит. И он еще и хиденов сейчас, наверное, это не завалит. Если он их не апгрейдит. Я этими уже давно пикалетчиками не играл. Даже не помню, они могут мне отвалить этих невидимых. Мне кажется, сейчас решится у нас все. Что-то быстро. Мне кажется, решится все быстро. Так, быстро и ставим еще сюда. И ставим еще сюда. Нам же тоже самому надо босса завалить. А где босс, кстати, наш? А мы босса вольнули, что ли, уже? Я не понял, ну-ка, где босс? Все, ему хана. А нет, а может и убьет он. 100! Не, все, мы победили. Ха! Одними затащили машинами. Может 2 на 2 попробовать? Нет, 2 на 2 неинтересно, потому что другой-то мой... Другой мой союзник-то не будет одними джипарями. Блин, прикольно, быстро что-то получилось, да? Одними джипарями затащили. Но было прикольненько. Жалко, он был маленько слабоват, конечно. Был бы он посильнее раскачанный. Давайте попробуем еще раз, наверное. Попробуем еще одну катку сыграть. Так, вот у нас вторая катка уже. Я даже опять не посмотрел, против кого играем. Так. Самое главное поставить джипарик. Джипарик. Первый пошел. Так, второго я не могу поставить. Ну-ка, у него что есть? Мне интересно. Ага, у него гренадер есть. Вот это тоже точно посильнее. У него и пикалетчик, и гренадер есть. Ага, ну-ка, что у нас за чувак? Чувак. О, так это же мой этот, друган. Ха-ха, привет. Фрай Флабик, надеюсь, правильно прочитал. Ну что, попробуем затащить его. Но если проиграем, будет не так обидно, потому что это мой дружбан. Против дружбана не жалко проиграть. Так, сюда ставим, вот сюда еще ставим вторую тачку. Давай, вон они едут. Так, еще сейчас на третью почти хватает, 400, давай, сейчас она доедет. Вот этих двух чувачков задавит. Даже троих задавит. И мы поставим еще патруля одного. Не хватает, конечно, не хватает. Пятерочки, давай, моя хорошая. Все, ставим вот туда в серединку блинчик. А у него как дела? Ага, у него тоже гренадер, ну, гранаты, которые кидают, и пикалетчик. Здорово, хай. Эть, дайте написать. Привет. Так, что у нас там? Ух, 700. Быстро, надо еще поставить парочку машин. Так. Да, машина. Еще одну могу поставить? Нет. Не хватает полтинника. Давай полтинничек копись, мой хорошенький. Давай. Нам нужно большой автопарк. Куча автомобилей гоночных надо. Прикольно, что там написано? I love bacon или что там написано? Я не успел прочитать. Эй, дай прочитай, что написано у тебя на пузе. О, тихо, стопе. Вот машинка и 25. Давай, дави вот этих и еще поставим одну. Одними джипарями. Есть на попке шерсть. Так, ну-ка побежали, посмотрим, что там у него. Так, он гренадеров понаставил куча. Но у него ферм нету. Хорошо, что у него нет ферм. Потому что я фермами тоже не играю. Если бы были у него фермы, он бы меня, наверное, затащил.
Ну, может быть, и затачит, я не знаю. Короче, написал, что я играю только одними машинами. И не факт, что получится. Так, 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 так. Бенчик вот сюда. И еще не хватает на дно. Так, кто проигрывает? Он или я? Он проигрывает. Эй, а что так быстро, что ли, опять? Блин. Ой-ой-ой, тихо, я застрял. Эй, выпустите меня. Фу, вылез. Это все от того, что кто-то слишком много ест. Так, 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 а чё у него? Ну, гренадеры стоят, гранаты кидают, чё ему не нравится? А чё он, почему проигрывает? Нормально он вроде плотничком стоит. Ну, ставит опять неправильно. Нужно вот первого ставить вот сюда, а потом здесь побольше ставить, чтобы он захватывал как можно больше полосок. Потом вот здесь ставить, на эту сторону особо не надо, и вот тут. Вот здесь самое главное, и вот здесь ставить. И вот здесь чуть-чуть. Я бы вот этот вот... Вот здесь только застраивал. Ай, так, а у нас как дела? То мы сейчас там сами куда-нибудь пропустим. Так, 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 патруль. Блин, мне кажется, даже обредить опять не придется. Еще одна машина, и еще одна. Все, вон, сколько у нас. Автопарк едет, вообще огонь. Да? И боссы идут, и все идут. Прикольно. Вон сколько их едет-то. Да что горит? А, тачка горит. Тачка горит, и босс идет. И босс сколько? 140 осталось жизней. Ну вот, а босс интересно пройдет, нет? Так, еще тачки ставим. Тачки, 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 тачки на прокачку. Раз, тачка. И... Вот сюда еще воркну. Давай, 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 моя хорошая. Есть. Все, тачек куча. У него как дела? Вон босса, так надеюсь, там хоть... Да блин, опять я тут застрял. Давай вылазь, толстопуз. Понятно. Давай, появляйся. Появляйся, мой хороший. Он появился. Так, 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 как у меня дела-то, если ты углянешь? Так, так, сюда, сюда, сюда. Босса-то завалишь хоть? Давай босса вали. 160. Блин, он опять его, наверное, не завалит. Давай, давай, ставь побольше. Блин, капец. Опять я ничего не развил. Опять что-то как-то легко было. Вообще легко, мне тут самому еще главное не слиться. Так, сюда машинка. Да, машинка. Во, нормуль стоит, да? Вот эта колонна едет, да? Ха-ха, прикольно. Опа. Все, воспринял. Ну чё? Чё с боссом-то у нас там? Мы первого босса завалили. Походу дело слишком просто с этими... С джипарями, я смотрю. Нет, просто потому, что попадаются враги не особо. Соперники не особо сильные. Все, 15. А, я поставил максимально. 15 штук, что ли, поставил? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, девять, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Да, 15 штук я зафигачил. Ну что, опять мы победили. Даже не знаю, давайте третий раз попробуем. Я хочу проиграть уже хоть разок. Удачи тебе, чувак, спасибо за игру. Я хочу попробовать еще разок затащить. Так, и у нас третья катка против Габриэль 21 Джоаор. Джоор. Короче, Джоор. Короче, Габриэль 12. Я выбрал пустынную карту, хочу попробовать на пустынной поиграть. О, паровозик. Вот паровозик, паровозик, паровозик. Ну-ка, кем он там будет играть, интересно. Что ставить? Главное только, чтобы ферму у него не было. Ну что, опять попробуем. Третья катка у нас одними джипарями. Патрули. Погнали. Ставим патруль. Бенч, поехали. Ну-ка, у него кто? Кем играешь, чувачок? Ага, понятно, у него снайпера. Снайпер лег прямо на железную дорогу, да его сейчас тут переедет. Вот тот поезд проедет вот через эту дырку, через туннель. И прям в попец ему въедет. Больно будет, наверное. Ладно,
хотите дальше смотреть? Ага, дуо. Двое патрулей могу поставить. Почти. Давай, моя хорошая. И раз патруль. Еще пятерочка осталась. Давай, где он? Видит? Вот он видит. Красавчик. Рули, рулёшка. Давай. Вот эти шустрики, а. Жопами своими булками шевелят, а. Сейчас прямо этому, прямо в глаз видим. Бэнч. Все, нормально, раз, два, три. Все. О, так мы еще две успеем поставить. Давай, еще патруль. И еще не успели. 60, точнее, не хватает. Бэнч. Шустряк. Смотрите, как он старается. Смотрите, как он старается тут пробежать. Он прям пыжится. Он прям хочет туда, вот ту норку прям заглянуть хочет. Он прям бежит. Ты куда? Стопай, дружище. Надо еще поставить. Это дружище успешно пробежит. Так. Раз. Опять не хватает чуть-чуть. Ну-ка, глянем, что там у соседа. Сосед. Привет, сосед, как дела? Ага, он еще одного снайпера поставил. Ну, кстати, вот грамотно ставит в серединке. То есть он закрывает вот этот снайпер. Сколько у него где-то вот такой радиус примерно. Они вот это все закрывают. Молодец, хоть не тут поставил. Не тут в центре он ставит, тоже нормально. Ему надо вот здесь вот этих пулеметчиков ставить. Пикалетов. И вот здесь хорошо будет ставить, потому что он весь круг будет закрывать. Да, примерно как-то так. Так. О, 800. Еще два могу поставить джипаря. Джипари, патрули. Джипари. Так, раз. Два. О, нормуль ферма у нас уже. Точно автопарк целый. Автосалон, наверное, да? Ну-ка глянем, как у соседа дела. Надеюсь, он с боссом не сольется опять. Сейчас до босса дойдем, и все, ханашки. Давай снайперов апгрейживай, чтобы я там... Hidden. Чтобы мог он видеть скрытых. У него три снайпера уже. И раз, два, три, четыре. И четверо этих пикалетчиков, да? Пикалетчики. Я даже не помню, как их зовут. Скауты, что ли, по-моему. Короче, солдаты обычно. Самые первые солдаты. Новобранцы. О, 600. Еще могу джипаря поставить. Где мой джипарик? Джипарик же ждет меня уже, конечно. Вот он, еще один джипарик. Сколько у нас уже? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь джипарей, да? О, колонна едет. Главное, туда чтобы они не упали. А, они не упадут. Здесь невидимый мост у нас, да, наверное? Невидимая земля. Смотрите, я не падаю. Так же, как и не тону по воде. О, по воде ходит хорошо. А, летает. Летающий капанда. Вон у меня ботинки такие. Там рисовал ботинки, кстати. И штаны сам рисовал. Как смог, так нарисовал. Ладно, 800 ставим. Раз. И ставим. Сейчас она выйдет. Два. Так, идет босс. Босс идет. А у него идет. Ну, у него, конечно, тоже идет. Но теперь самое главное, кто его завалит первый. Он или я. Я вроде своего босса за этими джипарями нормально валю. Главное, чтобы он завалил. Ага, у него уже 4 снайпера. Вот смотрите, это пока отвернулся. Сейчас мы посмотрим его радиус действия. Я думаю, где-то вот тут вот. Сейчас он должен повернуться. Где-то вот здесь он повернется. Вот этот вот снайперок. Давай, поворачивайся. Во, точно, как я угадал. Где-то вот до сюда у него вот так вот радиус. Можно было, кстати, поближе вот сюда поставить его, чтобы вот здесь захватывать. Все, он босса завалил, что ли? Капец, я пока смотрел радиус, он босса вальнул. Ну-ка, у меня как дела? А я-то босса завалил, нет? Так, мы босса тоже, да, вальнули? Или нет? Или это который второй идет? Капец, ну-ка, что-то булки мы себе расслабили. Ставим еще джипаря. Вот сюда. И еще одного тоже сможем, да, поставить? Давай, вот сюда, да? Вот и еще одного ставим, конечно. Бенчик. Все, нормуль. Ну-ка, как у него дела? У него, короче, есть вот эти самые первые скауты и снайперы, да? Больше никого нету. Эй, апгрейживай снайперов своих. Сейчас у тебя вот эти скрытые пробегут. Ну-ка, он валит их, нет? Он их не валит. Ёлы-палы, давай апгрейживай. Как мог, на ломаном ему написал.
на ломаном английском на своем. Апгрейживай снайперов, чтобы стрелять невидимо. Так, а мы тем временем сможем почти 3 поставить. Раз. Два. И почти 4 не хватает. И 3. Капец, вот это армия у нас, да? Вот это армейка. Сколько джипарей? Ой. А, это он нам запустил столько? Он столько боссов нам запустил, наверное, на все деньги. Капец, нам хана или ему? Нет, ему хана. Да? Он потому что пропустил... А, он вышел. Капец, он слился. Он мне боссов напускал и слился, да? Где у меня там боссы? Кстати, могут эти боссы добежать. Они идут. Ну-ка, давайте еще на максимум ставим. 15 таверов, все у нас максимум, тогда делаем апгрейд. Быстро апгрейживаем. Раз, апгрейживаем. Два, апгрейживаем. Три, апгрейживаем. 4. 5, 6. Все, я апгрейдил. Надеюсь, завалим всех. Уже эти идут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, мистически идут. Блин, что-то тяжко будет. И куча боссов он нам навызывал. Давай, вали их. 15 джипарей. Чё я их считаю, когда всегда есть всегда же ограничение. 15 башен. Ну-ка, у него как дела? Все, есть, вроде нормуль. Давай. Главное продержаться. Есть. 3 раза подряд утащили. Не, прикольно одними джипарями. Надо попробовать еще, может, какую-то большую катку 3 на 3 или 2 на 2. И одними джипарями поприкалываться просто патрулями. Ладно, друзья, спасибо за просмотр. С вами был Капанда. Увидимся в следующих сериях. Всем пока.